Всем-всем большой привет! Я с хорошей новостью. Я сегодня получила Avon. Заказ по 15-му каталогу. Уже пришел 16-й каталог. Так получилось, что всего неделю назад я показывала свой заказ по 14-му каталогу, но тогда была последняя неделя, и сразу же я сделала заказ по 15-му. Каталог выглядел вот так. И давайте посмотрим, что я заказала, мои близкие и знакомые. Немножко подразню, будет пакет-сюрприз. Мы его посмотрим в самом конце. Пусть он будет у нас на десертик. Ну и заказ. Хорошее было предложение на новинку. Ну, может быть, не такое оно уж хорошее, как предложение, но хорошая новинка. Выпустил Advan Technics шампунь против выпадения волос. У меня мама взяла 400 мл сам шампунь. Бальзам 250 мл против выпадения волос. И шла еще к нему сыворотка 100 мл. Уж не буду название читать, против выпадения. Да. Способ применения сыворотки может кого-то заинтересовать. На сухие волосы, на мокрые. Ну, давайте я вот так поближе покажу, и способ применения все могут посмотреть и решить, надо или не надо это трио вместе с сывороткой. Также было хорошее предложение к концу каталога 14-го. Можно было выбрать три средства из большой кучки всего за 299 рублей. Вот такое предложение, и им воспользовалась моя сестренка, она взяла... Раз, два, три средства, 299 рублей. Давайте я вам покажу, что она выбрала. Это шампунь в большом объеме, 400 мл, сияние день за днем. Шампунь и ополаскиватель 2 в одном. Буквально неделю назад у меня подруга брала такой шампунь, и он у меня опять в заказе. Скраб «Шоколадное удовольствие», 200 мл. Этот скраб хорош не как скраб, а как... Смываемый кондиционер увлажняет хорошо тело, и приятное арома удовольствия получаешь, пока им пользуешься. Очень вкусно он пахнет. И третье средство, это сыворотка для интенсивного блеска волос идет. Драгоценные масла, 150 мл. Вот так вот выглядит. Поставим сюда. Дальше. В каталоге было предложение на средство для ног. Давайте я вам его специально покажу, потому что я с ним чуть-чуть не пролетела. Я увидела, что каждое средство за 89 рублей, и выбрала крем для ног с ванильным ароматом, аромат сахара и ванили. Но когда я пробила уже сам заказ, я увидела, что средство-то идет по 200 рублей. И, как оказалось, если берешь одно средство, то цена идет вот это, по 200. И здесь написано, при покупке двух средств, тогда цена 89. Хорошо, что я успела это заметить, потому что за 200 рублей мне было бы очень грустно покупать. Но я не растерялась и взяла два крема для ног. По 89 рублей. Минус еще была скидка, но в любом случае даже дешевле 2 получилось, чем 200. Вы знаете, аромат просто бесподобный. Я так и думала, что аромат у крема будет ванильный, какой делает Avon. Ванильный аромат у Avon просто бесподобный. Такая кремовая текстура. Такой крем и для рук можно, и для ног. Но у них есть крем для рук выпущенный, правда, единственный, он был лимиткой, уже не выпускают. Но аромат очень приятный, такой сливочный, ванильный. И по действию хорошо увлажняет и питает. Я так думаю, что любым ножкам это понравится. Новинка была в 14-м каталоге. Я вам сейчас ее покажу. Это с маслами. Так, у меня тут заложено все. В
Впервые глубокое очищение маслом без жирного блеска. Вот такое предложение. 199 рублей. И давайте я так поближе покажу, что они обещают. Кому интересно, прочитайте, потому что, судя по описанию, средство-то очень хорошее. Если что, ставьте на паузу. И здесь вот тоже покажу информацию. Взяли мы попробовать. Ну, кто мы? Моя сестренка взяла попробовать. И она расскажет, как. Я к ней схожу, тоже поумываюсь. Посмотрим, как будет работать. Легкое очищающее масло. Для лица чудесное сияние. Поэтому вот такая новиночка у нас. Дальше. Для меня тоже новинкой, но я что-то вот не вижу, чтобы здесь была новинка. Но вот как-то я разглядела только что. Вот такие румяна. Здесь есть два оттенка. Бронзер и хайлайтер, да? Здесь должно быть написано. Вот так два оттенка. И румяна и хайлайтер. Вот такие три оттенка. Я взяла первый. Очень мне понравился цвет. И давайте посмотрим, что ко мне приехало. Сейчас закрою коробочку. 10 грамм коробочка от Марк. Вот здесь написан оттенок. Понравилось то, что упаковка идет с зеркалом, видите. И вот так вот выглядит само средство. Сейчас очень красивый дизайн. Ну, действительно украшен очень красиво. И оттенки румяна и хайлайтер выглядят вот так. Румянами боялась, что вдруг слишком темный, можно будет переборщить. Но вот видите вы, что я много-много нанесла. И видно, что оттенок ложится ровно и аккуратно. То есть, если распределять, то пятна не будет, он будет аккуратно распределяться. Хайлайтер, на первый взгляд, очень светлый. Но, опять же, если распределять, видите, очень приятное сияние дает. Понравилось прям вот это средство, понравилось очень. Я осталась им довольна. Зеркало большое, хорошее. Спонжей никаких нет. Но они, в принципе, не нужны, потому что я такие вещи наношу кистями. Довольная осталась. Наверное, все остальные оттенки тоже неплохие. Кстати, 419 рублей стоило. Так, вот в этой акции «Вместе против рака груди» новые украшения появились. На эту серию нет скидки, потому что вся ваша скидка идет на пожертвования, которые вы вносите вот на это дело. На девушке виден набор. Это кольцо, цепочка и серьги. Вот так оно все выглядит. И это у меня заказала набор моя мама. Приходит все в горошек. Вот это вот значок акции «Вместе против рака груди». И давайте смотреть, что приехало. Вот так выглядит кулон. Очень красиво, нежно. И сейчас покажу все остальное. Вот так серьги. Ну, красиво, конечно. Прямо очень красиво меня впечатлило. Надеюсь, я не уроню. Получится показать это все красиво. И вот такое кольцо. На мне кольцо тоже «Вместе против рака груди» было одно время назад. Ну, прямо каталога 3-4 назад мы заказывали. Видите, они чем-то схожи. Но вот новенькое выглядит вот так. Сейчас его. Вот. Мне кажется, очень красиво. Ну, даже не кажется, а действительно красиво. Так, давайте вот сюда положим.
Жалко, что лето не начало. Мне кажется, все лето можно было бы носить и радоваться. Но ничего. Так, поставим. Дальше. Новинки, которые шли по фокусу. Это гель и жидкое мыло Sensed, сокровище зимы. Это лимитированная версия. Новогодняя уже коллекция, вот здесь написано. Аромат малины и ванили, сокровище зимы. Вот так вот смотрится, очень симпатично, очень красиво. Аромат приятный, кисленький. Больше пахнет такой, знаете, клюквенной малиной. Ванилька совсем-совсем отдаленно, потому что... Ну, может быть, добавлено чуть-чуть, как будто сахарку в такую малинку с клюквой в перемешку. Ну, вот такой все-таки более свежий аромат мне показался, ягодный. И четыре новинки, относительные новинки. Больше новинка дизайны флакончиков, но ароматы уже знакомые. Это пены для ванны, вот такие два пингвинчика, мальчик с девочкой. Первый аромат сливы и ванили, мальчик. А девочка с ароматом яблока и корицы. 250 мл. Очень приятные и красивые дизайны, конечно. Сразу хочу предупредить, что вот в такие упаковки делают вот такой дозатор. Я его сразу ножом выковыриваю, потому что плотная, очень плотная сама вот... сам флакон, и поэтому выдавить оттуда средства невозможно практически. Поэтому сразу можете вынимать все эти дозаторы и уже через краешек дозировать самостоятельно столько, сколько необходимо. Вот такие вот пингвишки, пингвинята к нам приехали. И еще две новинки пены. Это вот такие вот приятные милые шарики зимним городом. Первый аромат красных ягод, а второй мой самый любимый — клюква и апельсин. Этот аромат повторяется из года в год, и я его покупаю обязательно каждый раз, очень люблю. Ну и очень-очень приятный, красивый сам дизайн этих флакончиков, правда? Вот так вот они красиво смотрятся. Дальше. В прошлом пакете сюрпризе мне попался, да вообще очень многим попался, вот такой маркер, помада-маркер, да, от Avon. Он понравился моей подруге, и она его заказала по каталогу уже. Он идет в серии Mark, обновленный. Вот так теперь он смотрится. Видите, похож. Но дизайн такой более яркий, более красивый. Также оттенок клубника. Мы ее оттенок сюда положим, а я вам покажу свой. Как на губах он ведет себя, мне понравилось. Красиво. Когда он застывает, не пачкает. Не ярко. То есть нет такого, что ярко-красное. Нет, такой вот прямо приятный-приятный оттенок. И на него хорошо ложатся блески для губ, если есть на это необходимость. Также у меня подружка взяла две туши. Одна тушь Mark эффект накладных ресниц. Выглядит она вот так. Оттенок был там разный. Она взяла просто черную. Вот так смотрится. 10 мл. Я ее открывать не буду. Я вам сейчас попробую показать щетку в каталоге. Цена шла очень хорошая на них. И она решила взять. Или я не покажу вам щетку в каталоге. Но я как всегда. Да, покажу, покажу. Как же не покажу. Так, вот она, эффект накладных ресниц. Вот такая щеточка. И тут оттенки, видите, есть чернее черного, а есть просто черный. Вот она взяла просто черную. Вот такая вот щетка. И вторую тушь она взяла
вот эту. Добавь объем еще и еще. Я вам покажу рекламку. Щетка будет вот такая, но саму тушь не покажу, потому что она не приехала. Написано было, что приедет со следующим заказом. Обещает эта тушь, что ее можно накладывать, 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 и будет все красивее и красивее выглядеть ресницы. То есть вот такая интересная реклама, что можно наслаивать, и будет все лучше и лучше смотреться. Далее. Рекламка была по 10 рублей, можно было взять саше вот такое. Это новая сыворотка «Магия гиалурона». Сыворотка для волос. Заполнитель для тонких и нормальных волос. Обещает густоту и плотность. Такие были хорошие обещания, что я взяла даже не один пробник, а два. Вдруг не распробую. Это я взяла самой себе любимой. Хочу попробовать. И снова приехала ко мне вот эта водичка двойная. В прошлый раз я ее заказывала сама, а в этот раз в подарок приехала. То есть можно будет, кто девчонки хотят на пробу, можно ее даже, оказывается, не заказывать самим. А она, видите, приезжает. Можно тестировать. Вот такая вот водичка. Она мне очень понравилась. Дневной вариант нежный, цветочный такой. А вечерний вариант, которая сиреневая сторона этой двойной водички, она такая сладкая. И ощущение, что в этот дневной вариант добавлена вот эта сладость вечерняя. Такая томность, терпкость. И аромат очень красиво раскрывается, когда на дневной вечером добавляешь вот второй аромат. Они смотрятся очень-очень, ну звучат очень-очень красиво вместе. Дальше. Приехала литература, я ее покажу чуть позднее. Ну и время подошло нам с вами открыть пакет «Сюрприз» и посмотреть, чем он, чем он будет отличаться от пакета «Сюрприза», который приходил ко мне буквально неделю назад. Так, ну, не все отличается, но кое-что повторяется. Снова крем, не крем, а средство от Оптышей, карандаш. От натирания ступней. Он каждый раз был. Снова я вижу губную помаду с тем же самым оттенком, который я сейчас вам показывала. Помаду-маркер. Вот у меня их, получается, будет две. Теперь. Дальше. Увлажняющий лосьон для ног. Footworks. Мохито и лайм. В этом пакете сюрприза мне попадается шампунь с комплексом масел. 5 драгоценных масел. 250 миллилитров. Я аж выше показываю. Дальше. Водичка. Ух ты, Viva La Vita. Моя любимая водичка Вейвен. Я этому рада. Правда, маленький объем. Можно было бы, конечно, и побольше. Я бы не расстроилась. Но водичка у меня действительно это любимая. И буду носить ее в сумочке и пользоваться. И два средства для ногтей. Давайте по одному смотреть. В прошлый раз я думала лак, а оказалось укрепляющее средство. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим. Вот такое название. И смотрим, что это. Ой, какой цвет-то оригинальный. Смотрите. Вот такой зеленый цвет. Но это, скорее всего, уже гель для ногтей. Давайте я вот так наведу. Наверняка информация какая-то либо тут, либо здесь есть. На русском языке. Просто сейчас вот так вот быстро искать совсем не хочется. В общем, вот такое средство приехало. И второе. Вот так называется. Мне кажется, вот как раз гель финиш.
посмотрим. Не разорвать бы. Где у меня ножницы? И смотрим, что приехало тут. Вот такого красивенного цвета. А информации внутри-то сколько? Смотрите, все исписано. Это несколько томов. Также поближе покажу, что это лак, гель, покрытие. Потому что в прошлом укрепляющее средство оказалось, и мне было неловко, что я вам этого не показала. Не знаю, куда. Ногами. Ну, не знаю, где надо читать. И, в общем, смотрятся они оба вместе вообще очень красиво, правда? Что один, что второй. В каждом по 10 миллилитров. И вот такой получается пакет-сюрприз. Пакет-сюрприз идет без скидки. Около 400 рублей, 300 с чем-то. И получается каждое средство где-то по 55 рублей. Ну, плюс-минус, я не знаю, там сколько, может, 56-57 рублей. Но в любом случае, вот этот пакет получается все равно дешевый. Даже самое, которое здесь простое средство, например, вот лосьон, он 55 рублей не стоит, на самом деле чуть дороже. Поэтому в любом случае пакет сюрприз остается выгодным, даже если средства кажутся не сильно дорогими. Ну и, конечно, пришла разная литература уже 16-м каталогом. Больше пахнет зимой, потому что 16-й каталог будет работать уже с 7 ноября по 27 ноября для основной территории. У нас у трендсеттеров через 3 недельки мы уже будем получать заказ. А у основной территории конец ноября, поэтому тут уже будут, наверное, очень интересные подарки, предложения. И видно распродажи разные, поэтому полистаем, посмотрим. Наверняка что-то интересное мы с вами тут налистаем. Вот, смотрите, уже видно, зимой пахнет. Поэтому будем смотреть и листать. Огромное спасибо за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока!